современном, стремительно развивающемся социуме образование стало ключевым компонентом для формирования и совершенствования личности. Оно является тем фактором, который определяет будущее и формирует благосостояние не только отдельного индивида, но и всего общества. Поэтому подготовка ответственных, образованных, высококвалифицированных кадров для системы образования является сегодня первостепенной государственной задачей. В этих условиях на первый план выходят учреждения образования, которые ведут подготовку специалистов педагогических профессий. Ведущее место среди них занимает Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Руководство БГПУ постоянно ведет активную работу по внедрению в учебные и воспитательные процессы новейших достижений в области педагогической науки. Для этого у нашего вуза есть современная материальная база, высококвалифицированные педагоги, готовящие будущую интеллектуальную элиту по востребованным специальностям. Сегодня БГПУ состоит из 13 факультетов, каждый из которых, имея свою внутреннюю специфику, подчинен общей цели подготовки высококлассных специалистов. Современный филологический факультет дает возможность изучения не только белорусского, русского, польского, английского, итальянского, китайского и других языков, но и прохождения практик и включенного обучения в Литве, Китае, Болгарии. На факультете действуют центры азербайджанского языка и культуры, китайского языка, израильской культуры изучения языка иврит, литуанистики, а также центр белорусской литературы имени Максима Танка. Выпускники факультета работают в школах, гимназиях, лицеях, музеях, научно-исследовательских институтах, посольствах и представительствах различных стран на радио и телевидении. Факультет дошкольного образования. Будущим специалистам системы дошкольного образования преподают общие и специальные учебные дисциплины. Среди них значительное место занимают дошкольная педагогика и детская психология. Методики дошкольного образования, а также многие учебные дисциплины, позволяющие творчески освоить основы профессии воспитателя учреждения дошкольного образования. Исторический факультет БГПУ, основанный в 1918 году, является одним из старейших. На протяжении многих лет его выпускники становились видными общественными и политическими деятелями, работниками культуры. Гордостью факультета являются высококвалифицированные педагоги, ученые, которые формировали и составляют сегодня имидж отечественной исторической науки. На факультете действует Центр ирановедения и изучения персидского языка, культурного представительства посольства Исламской Республики Иран в Республике Беларусь. 95% преподавателей исторического факультета являются докторами и кандидатами наук. Физический факультет. К брендам физического факультета относятся учебный планетарий, где проводятся занятия по астрономии и познавательные экскурсии по звездному небу, маятник Фуко, который поворотом плоскости своих колебаний демонстрирует вращение Земли в течение суток. В настоящее время к образовательному процессу привлечены 10 докторов и 10 кандидатов наук. Учебными планами предусмотрено изложение не только регламентированных дисциплин физико-математического профиля, но и ряд курсов по выбору студентов. Математический факультет. В процессе обучения на факультете студенты получают качественное образование по математике и информатике, а также приобретают знания по психологии, педагогике и методике преподавания. Знания, усвоенные выпускниками математического факультета, обеспечивают им возможность работать преподавателями математики и информатики общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей, а также вузов, в государственных учреждениях и на предприятиях. Знание современных языков программирования позволяет выпускникам факультета стать профессиональными программистами. Свои знания в области компьютерной графики они могут применить в работе дизайнера и в издательской деятельности. Факультет естествознания – один из наиболее многочисленных в БГПУ по количеству студентов и преподавателей. На 5 специальностях дневной формы получения образования выпускники получают квалификации «преподаватель» и «педагог-организатор».
Факультет отличает высокий уровень квалификации преподавателей. Более 65% из них имеют ученые степени и звания. Значительная их часть – выпускники самого факультета. Специфика факультета – большой удельный вес лабораторий, практических занятий и учебных полевых практик, которые проходят в оснащенных новейшим оборудованием лабораториях и в естественных полевых условиях. Факультет начального образования. Меняются поколения школьников, но отличительной чертой учителя начальных классов по-прежнему остается разносторонняя образованность. Именно поэтому предметная подготовка будущих педагогов неразрывно связана с методической работой. На лекциях, практических, лабораторных занятиях они постигают профессиональное мастерство под руководством опытных преподавателей, среди которых авторы школьных учебников и известные в республике методисты. За время обучения студенты осваивают 10 методик, необходимых им для работы с младшими школьниками, а закрепляют свои умения и навыки на педагогических практиках. Факультет физического воспитания создан в 2009 году и является одним из самых молодых в нашем вузе. Тем не менее, он уже имеет свои традиции, заложенные известными в спортивной и физкультурной отрасли людьми, преподавателями и студентами. Среди выпускников и студентов факультета – победители, призеры и участники летних и зимних Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, этапов Кубков мира, всемирных универсиад и других турниров более чем по 10 видам спорта. Факультет специального образования. Факультет специального образования – единственный в республике, который обеспечивает подготовку по всем специальностям направления «специальное образование». На первой ступени получения высшего образования по четырем специальностям – олигофренопедагогика, тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия. На второй ступени – по двум специальностям – коррекционная педагогика и специальная психология. Выпускники также могут продолжить обучение в аспирантуре. Факультет эстетического образования. Факультет эстетического образования был основан 11 сентября 2009 года путем объединения творческих специальностей музыкально-педагогического факультета и творческих специальностей факультета народной культуры. Брендами факультета являются творческие коллективы, известные как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Это народный ансамбль белорусской музыки и песни «Ярыца», руководитель Александр Михайлович Шугаев. Народный ансамбль музыки, танцы и песни «Рэй», руководители Виктор Станиславович и Людмила Евгеньевна Василеня. Смешанный хор «Гаудеамус», руководитель Лариса Николаевна Ядловская. Народный ансамбль «Верба», руководитель Ольга Вячеславовна Андриенко и другие. Факультет психологии. Факультет психологии образован в 1994 году. На факультете осуществляется подготовка специалистов-психологов по следующим направлениям: педагогическая психология, социальная психология, психология семейных отношений, психология предпринимательской деятельности и практическая психология. На факультете действуют 3 студенческие научно-исследовательские лаборатории. Также традиционно проводится международная научная конференция «Психология и жизнь» и международная студенческая научно-практическая конференция «Теоретические и прикладные проблемы современной психологии». Факультет социально-педагогических технологий. В 1993 году был образован специальный факультет социальной педагогики и практической психологии, преобразованный в июне 2003 года в факультет социально-педагогических технологий. Преподаватели факультета стали настоящими пионерами в области социальной педагогики, практической психологии и социальной работы. Факультет доуниверситетской подготовки. Факультет доуниверситетской подготовки обеспечивает преемственность в обучении между средней школой и высшими учебными заведениями. Основной задачей факультета является подготовка юношей и девушек к поступлению в БГПУ.
Кроме того, деятельность факультета направлена на социальную поддержку выпускников сельских школ, адаптацию к обучению в ВУЗе, помощь в профессиональной ориентации молодежи. В структуре факультета функционирует подготовительное отделение, подготовительные курсы, педагогические классы. В 2005 году на факультете открылось подготовительное отделение для иностранных граждан. Подготовку прошли более 300 граждан из Туркменистана, Китая, Ирака, Ирана. Помимо учебного процесса, приоритетным направлением работы БГПУ является всестороннее формирование будущих педагогов. С этой целью в нашем ВУЗе созданы все условия для творческой и научной деятельности, развития спорта и туризма среди студентов и преподавателей. Развитие науки – одно из важнейших направлений в деятельности БГПУ. В университете работает несколько специализированных советов по защите диссертаций. Постоянно проводятся международные и республиканские научные конференции и съезды, участниками которых являются не только преподаватели и научные работники, но и студенты, активно занимающиеся научными исследованиями в разных сферах. Результаты их научной работы находят практическое применение в учебных заведениях и научных учреждениях. Наш университет уделяет огромное внимание международным связям. БГПУ, отслеживая основные тенденции в развитии университетского образования, готов к сотрудничеству с организациями и учреждениями, заинтересованными в его развитии и совершенствовании. Налажен обмен студентами и преподавателями, стажировками между БГПУ и учебными заведениями Украины, Азербайджана, Китайской Народной Республики, России. Одним из брендов БГПУ стали студенческие педагогические отряды «Ветрость» и «Белорусочка», которые, раскрывая творческие таланты, одновременно укрепляют мастерство будущих педагогов. Студенческими клубами в БГПУ создан и развивается ряд проектов в социальной, экологической, психологической сферах. Сегодня студенты нашего вуза реализуют свои творческие способности в танцевальных коллективах, народных студенческих театрах «Мы», «Живое слово», фольклорных ансамблях «Рэй» и «Ярица», вокальных группах, факультетских командах КВН. Спорт – одна из важнейших составляющих имиджа современного БГПУ. Успехи спортивных команд и отдельных спортсменов нашего университета отмечены огромным количеством наград как республиканских, так и международных соревнований. Другой стороной спортивной жизни БГПУ является пропаганда здорового образа жизни для укрепления здоровья студентов и развития их физических способностей. Ежегодно проводятся студенческие и преподавательские спартакиады. Традиционными стали зимние и летние дни здоровья, легкоатлетические кроссы, которые приобрели поистине массовый характер и собирают огромное количество участников в различных видах спорта. БГПУ имени Максима Танка, идя в ногу со временем, не забывает и свои традиции, успешно развивая их. Одной из них являются «звездные походы». Возникшая в далеком 1965 году традиция их проведения существует и по сей день. Ежегодно под свои знамена они собирают наиболее подготовленных и творчески активных студентов и преподавателей. Сохраняя свою сущность, увековечивание подвига белорусского народа в Великой Отечественной войне, звездные походы получили и новое содержание, которым стала профориентационная работа среди школьников и учащихся во всех уголках Беларуси. Многолетняя история Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и его огромный вклад в развитие педагогического образования в Беларуси позволяет студентам и преподавателям нашего вуза гордиться своей «Альма-Матер». Сохраняя и развивая традиции, БГПУ имени Максима Танка, перешагнув вековой рубеж, по-прежнему уверенно смотрит в будущее и еще многие годы будет флагманом педагогического образования нашей страны.